В зданиях отделов полиции Караганды появились прозрачные кабинеты для допросов. Стеклянные стены – это результат реализации в регионе пилотного проекта оптимизации уголовного процесса в интересах граждан. Пересматриваемая комната и видеофиксация процедуры допроса позволяет избежать давления на подозреваемых и свидетелей, говорят специалисты. В 6 отделах полиции мы создали по 3, по 4 кабинета, вот такой стеклянный. Мой бюджета, внутреннего бюджета, сам мы построили. Соответственно, здесь дежурит процессуальный прокурор, дежурный прокурор, кабинет видно стеклянный, все кабинеты, все компьютера, на базе все есть. Это бюрократические все процедуры исключены.